Тепло в квартирах отключат позже. Причина – суровые апрельские ветра и низкая температура воздуха. По показателям среднесуточных температур отопление можно было отключить еще 17 апреля. Однако резкие перепады с дневного плюса на ночной минус заставили руководство областного центра продлить отопительный сезон. По информации профильного городского управления, централизованная система прекратит подачу тепла с грядущего понедельника, 26 апреля.